Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Передо мной находится устройство Infinix Hot 11. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве поменять какую-нибудь тему клавиатуры. Точнее, не какую-нибудь, а просто поменять тему клавиатуры. Для этого мы заходим, включаем нашу клавиатуру, нажимаем на три точечки на нашей панели и нажимаем на тему. И здесь мы можем выбрать какую-либо тему, которую нам предлагают. Вот, это в принципе все. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.